Хочешь ли отказаться от погрешений неправости римо-католического исповедания? Хочу. Хочешь ли прийти в соединение веры православной кафолической? Хочу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господу помолимся. Господи Божий истинный, призри на раба Твоего, священника Константина, ищущего прибегнуть ко святей Твоей православной церкви, и под кровом ее сохранитеся, обрати его от заблуждения прежнего пути его ко истине, я же в Тебя вере, и подашь ему благодать, еже ходите в заповеди Твои, да будут очи Твои взирающие на него милостью во всякое время, и уши Твои, еже слышите глас моления Его, и тако да сопричтится к избранному Твоему стаду, Тя попоют все силы небесные, и Твоя есть слава Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Отрекаешься ли неправого учения, будто бы для изображения догмата, об исхождении Святого Духа недовольно изречение самого Христа Спасителя, иже от Отца исходит, и будто бы необходимо к этому Слову Христову прибавление и от Сына. Отрекаюсь. Отрекаешься ли неправого мнения, будто бы недостаточно исповедать главою Вселенской Церкви Господа нашего Иисуса Христа, и будто бы главой всей Церкви является Римский Папа? Отрекаюсь. Отрекаешься ли неправого мнения, будто бы святые апостолы от Господа нашего Иисуса Христа получили неравную духовную власть, но главой их был святой апостол Петр, и будто бы один римский епископ является его преемником, а преемники апостольские, епископы Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, Русский и прочих поместных церквей не являются равными римскому епископу? Отрекаюсь. Отступаешь ли от согласия с теми, кто думает, что власть римского папы выше власти Вселенских соборов, и что он является непогрешимым в вопросах веры? Отступаю от такого мнения. Отрекаешься ли других древних и новых учений римо-католического вероисповедания, которые не согласны со Священным Писанием, истинным преданием церковным и определениями семи Вселенских соборов? Отрекаюсь. Желаешь ли присоединиться к Святой Православной Кафолической Восточной Церкви? Желаю от всего моего сердца. Веруешь ли и как во единого Бога, в Троице прославляемого, и поклоняешься ли Ему? Верую в единого Бога, в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, и поклоняюсь Ему. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, свято от света Бога, истина от Бога, истина, рождена несотворена единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившего Свяло Духа Свята и Марии Девы и во человечеся. Распятого же за ни при понтийском Пилате, и страдавше, и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сином споклоняема и славима глаголавшего пророки. Во едину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благословен Бог, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Апостольские правила, правила, утвержденные на семи вселенских и девяти поместных соборах, и другие, предания и уставы православной церкви, принимаешь ли? Принимаю.
Исповедуешь ли, что книги Божественного Писания необходимо толковать и принимать так, как этому учит Православная Церковь? Исповедую и подтверждаю, что так это должно быть. Веришь ли, что душам приставшихся не помогает огонь чистилищный, которого не существует, но великое облегчение и отраду приносят милостыни и молитвы за них, а наиболее же бескровная жертва? Верую и принимаю. Исповедуешь ли, что главой православно-кафолической церкви является Господь наш Иисус Христос? И обещаешь ли не лицемерное послушание поставляемым от Духа Святаго архипастырем? Исповедую и архипастырям православной церкви повиноваться обещаю. Внидев церковь православную и совершенно отринув заблуждение, в них же был еси, чти Отца Вседержителя, Сына Его Иисуса Христа и Духа Святаго, и же от Отца исходит Троицу, единосущную и нераздельную. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое на ны, помилуйны, познати на земле путь Твой во всех языцах спасения Твое, да исповедятся Тебе люди, Богу, да исповедятся Тебе люди все, а возвещаться и возвращаться, и Твоим людям на Твоем, и измененным познаши, да исповедятся Тебе люди, Богу, да исповедятся Тебе люди все, я каждый после Дух Твой и созиждутся и обновишь лице земли. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Буди ему, Господи, столб крепости от лица вражия. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Господу помолимся. Господи Божий Вседержителю, согрешающим образы покаяния предлагая и заблудшим путь правый показуя, воеже бы не единому погибнути, но все мощно без спастися, благодарим Тя, яко и сему рабу Твоему, священнику Константину, воссиял и свет познания Твоей истины, и сподобил еси его ко святей Твоей православной церкви прибегнути, дашь убо ему, соединитеся они нелицемерно и невозвратно, сопричти его избранному Твоему стаду, сотвори его сосуд честен и жилище святаго Твоего Духа, якуда тем всегда просвещаем и наставляем, спасительные заповеди Твои нерушимо соблюде, и так у небесных Твоих благих восприятия сподобится, Ты, боись и Бог милости и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Стань добрый, стань со страхом и пред Евангелием и Святым Крестом Спасителя утверди данное Тобою обещание. Веру православно-кафолическую, которую ныне добровольно исповедую, целости и нерушимости, даже до последнего моего вздоха с помощью Божью, твердо содержат и заповеди ее старательно и радостно исполнят, буду стараться, соблюдая в непорочности, насколько возможно моему сердцу. В подтверждение данного мной обещания целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Благословен Бог, хотя всем человеком спастися и в познание истины прийти, Сы благословен во веки веков. Аминь. Преклони колени Твои пред Господом Богом, Которого исповедал, и примешь оставление грехов Твоих. Господь наш Иисус Христос, ключи Царствия Небесного апостолам вручивый, и давы им и их преемникам власть вязать и решить и грехи человеков. Через меня, недостойного архиерея, прощает тебя чадо священник Константин и разрешает от связания клятвенного или запрещения от всех грехов твоих. И аз, данную мне от него властью,
присоединяюся ко православной церкви и привожу к общению божественных тайн церковных и служению святых тайн, и благословляю тебя именем Отца и Сына и Святаго Духа.